Съешь еще и это, Дюсик, и я принесла тебе калач. Везде только пишут, тут перегрузки, там перегрузки. Действительно, это под силу только ученым. Убийца стоял на самом верху лестницы. Он открыл окно, и в этот момент ему в грудь вонзают нож. Но если Мортона зарезала его невеста, тогда кто убил хромого официанта? Да, в наши годы ученикам таких задачек не задавали. Это детектив, бабушка. Просто я обернул его в школьную обложку, чтобы учителя, вы ведь знаете, какие они. Знаю, малыш, знаю.